Творческий, яркий, талантливый образовательный форум «Таврида» уже в который год собирает в Крыму около 4000 молодых людей со всех уголков России. На днях завершилась очередная смена. В ней приняла участие представительница Чувашии. «Все будет Таврида» – так звучит лозунг форума. Его уже называют взрослым Артеком и вторым Селигером за возможность пользы провести время на берегу Черного моря. Поэты и писатели, актеры и музыканты, художники и скульпторы, режиссеры и сценаристы. Форум состоит из 8 тематических смен длиной в одну неделю. Лучшие представители творческой молодежи учатся и как на экзамене защищают свои проекты. А мастер-классы в огромных шатрах дают приглашенные профессионалы, известные всей стране. Если мы говорим о системе художественное образование, то система, российская система художественного образования, она уникальна. Ей уже, не знаю, там 200 лет, можно говорить, может быть, чуть меньше. Но она создает условия для рождения высоких профессионалов именно классического направления. На днях молодые художники, скульпторы и искусствоведы России завершили недельное обучение на Тавриде. Участники создали коллекцию одежды вместе с известным дизайнером, смастерили настоящие ювелирные украшения, представили свои фотоработы на профессиональной выставке и даже нашли время пофилософствовать вместе со своими педагогами. Мы знаем, что современный художник – это не только тот человек, который хорошо рисует, это тот человек, который имеет какое-то видение на современную ситуацию. Надо просто сталкиваться с этим искусством, и от этого ты получаешь положительные реакции, положительные эмоции, потому что в конечном итоге жизнь – это только скопление эмоций. В этом году желающих стать частью форума настолько много, что конкурс для поездки на Тавриду серьезнее, чем в престижный университет. Например, на смену молодых художников, скульпторов и искусствоведов из Чувашии попала только Ксения Блинова. Таврида – это уникальное место для творческих людей. Здесь можно обменяться опытом, научиться чему-то новому у экспертов. Эксперты здесь из разных регионов, очень интересные и талантливые люди. А сейчас на Тавриде стартует смена писателей, поэтов, критиков и библиотекарей. Чувашию представляет один человек – преподаватель русского языка музыкального училища имени Павлова Наталья Иванова. Что ж, пожелаем ей удачи. Юлия Важенина, Республика.